28-летняя Анастасия Ивлеева и 25-летний Элджей Алексей Узенюк наслаждаются отдыхом в Куршевеле. Телеведущая поделилась фотографиями из путешествия и рассказала о своих впечатлениях. Анастасия крайне редко публикует фотографии с мужем, но сегодня сделала исключение. Пара находится на горнолыжном курорте во французских Альпах. «Ой, девочки, не знаю, как у вас дело, а меня муж в Куршевель вывез. Сижу, кайфую», — рассказала телеведущая в Instagram Stories. Супруги посетили местный ресторан под открытым небом. Элджей уговаривал супругу заказать креветки, но звезда Орла и Решки решила попробовать лобстера. После обеда Анастасии принесли счет на 1243 евро. Телеведущую настолько шокировала эта сумма, что она не смогла сдержать эмоции и нецензурно выругалась. Ивлеева также поделилась фотографиями с супругом и их друзьями. Телеведущая позировала в черной водолазке, косухе, кожаных брюках с разрезами и грубых ботинках на шнуровке. «На этих снимках мой сладкий муж и наши друзья», — написала звезда. Анастасия и Элджей веселились и дурачились. Перед поездкой в Куршевель пара побывала в Вене. В начале февраля Настя восхитила поклонников сексуальным образом. Ранее звезда поругалась с поклонниками из-за детей. Телеведущая обнаружила у себя скрытое заболевание.